Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать очень красивый. Я не знаю, как вам, а для меня очень красивый узор. В описании написано: сложность не очень просто. Но если мы возьмем в руки крючок и припасемся терпением, то мы разберемся с этим очень даже шикарным рисунком. Раппорт узора. 16 петель на 10 рядов. Для примера мы наберем 33 воздушные петли. Набрали 33 воздушные петли. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Отступаем 4 петли назад, 4, и провязываем 2 столбика с накидом в каждую петлю. Один столбик с накидом и второй столбик с накидом. 4 воздушные петли, пропускаем 4 петли внизу. Заходим в пятую, делаем двойной накид на крючок и вывязываем 3 столбика с двойным накидом. 1, 2, 3. Мы провязали 3 столбика с двойным накидом. 4 воздушные петли, пропускаем 4 петли внизу, заходим в пятую и вывязываем 5 столбиков с накидом. С одним. 1, 2, 3, 4, 5. Мы провязали 5 столбиков с одним накидом. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую. Делаем двойной накид на крючок. И в пятую петлю мы вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Двойной накид на крючок. Заходим в следующую петлю. 2. Двойной накид на крючок. Заходим в следующую петлю. 3. Мы провязали 3 столбика с двойным накидом. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую и вывязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю. 2. 3. Мы связали первый ряд. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем. Заходим во второй и вывязываем 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Теперь работаем с элементом, где у нас были 3 столбика с двойным накидом. Мы должны из 3 связать 5. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в первый столбик. Вывязываем столбик с двойным накидом. 1. 2 воздушные петли. Заходим в этот же столбик. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в этот же столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Делаем двойной накид на крючок. Заходим во второй столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в третий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. И теперь делаем то же самое. Мы делаем 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в ту же
точку в тот же третий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Вот такой элемент у нас получился. 3 воздушные петли. Заходим в элемент, где у нас было 5 столбиков с одним накидом, и вывязываем. Заходим во второй столбик и вывязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик. У нас было 5 столбиков с накидом, нам надо связать 3. Так. Первый столбик не трогаем, заходим во второй. 3 воздушные петли. Заходим в первый столбик, делаем двойной накид на крючок, заходим в первый столбик с двойным накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. Заходим в ту же точку и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Далее. Мы заходим в следующий, делаем двойной накид на крючок, заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок, заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. После того, как мы провязали 3 столбика с двойным накидом, мы делаем 2 воздушные петли, двойной накид на крючок и в ту же точку, в третий столбик заходим и вывязываем столбик с двойным накидом. 3 воздушные петли. Первый столбик не трогаем. Заходим во второй. Вывязываем столбик с накидом. И в третью петлю подъема в конце ряда мы вывязываем еще один столбик с накидом. В конце ряда у нас 2 столбика с одним накидом. Мы связали второй ряд. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, заходим, первый столбик мы не трогаем, заходим во второй, вывязываем столбик с накидом, 1. Делаем двойной накид на крючок, заходим в первый столбик с двойным накидом предыдущего ряда и в него вывязываем столбик с двойным накидом, 1. 2 воздушные петли. Теперь, смотрите, у нас опять эти 3 столбика. И мы делаем то же самое, что мы делали в предыдущем ряду. Мы заходим в первый столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2 воздушные петли. Заходим в этот же, в первый столбик. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в первый же столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим во второй столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в третий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Итак. 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим же в этот столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. У нас по рисунку здесь в предыдущем ряду было 2 столбика. Первый мы уже провязали, заходим во второй, вывязываем столбик с двойным накидом. Вот что у меня получается. Теперь смотрите, мы заходим в центральную часть узора и вывязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3. Далее делаем двойной накид на крючок. Переходим к следующему элементу. Заходим в первый столбик, который у нас наискос. Вот в этот. И вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Теперь заходим в первый столбик из 3. Вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. В эту же точку столбик с накидом. Двойной накид на крючок. Во второй столбик. Столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. В третий столбик.
Теперь 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в этот же столбик, в третий, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в последний столбик, который у нас смотрит влево, и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. В конце ряда мы заходим в столбик с накидом предыдущего ряда. 1. И в третью петлю подъема еще один столбик с накидом. В конце ряда мы провязали 2 столбика с накидом. Мы с вами связали третий ряд. Четвертый ряд у нас начинается с 4 воздушных петель. Переворачиваем работу, делаем двойной накид на крючок. Столбик первый с одним накидом мы пропускаем. Заходим в тот столбик, который у нас был, столбик с двойным накидом предыдущего ряда. И из него вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2 воздушные. Теперь смотрите, у нас в элементе получается здесь 5 столбиков. Вот она галочка, и на схеме ее видно, эту галочку. Мы заходим в первый столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 1, 2 воздушные, двойной накид на крючок, и в эту же точку еще один столбик с накидом. 1, 2 воздушные, заходим в центральную часть элемента и вывязываем 3 столбика с двойным накидом, столбик предыдущего ряда. 1, двойной накид на крючок, во второй столбик вошли. Двойной накид на крючок, в третий столбик вошли. Вот так. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в последний столбик, пятый. Вывязываем столбик с двойным накидом. 1. 2 воздушные, двойной накид на крючок, в ту же точку столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Теперь смотрите, как двойной накид на крючок, заходим в последний столбик, вот он у нас. Вот они, 2 вот эти столбика. Мы работаем сейчас вот с этими столбиками. Заходим в первый столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Зашли во второй столбик, который у нас был 3 столбика с накидом предыдущего ряда. Мы заходим во второй, вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок и заходим в следующий элемент, в первый столбик с двойным накидом предыдущего ряда. И вяжем столбик с двойным накидом. Понятно, да? Вот они у нас, эти столбики. Мы сейчас вот эти 2 столбика не трогали. Столбики с накидом с одним предыдущего ряда. А работали только столбиком с 2 накидами предыдущего ряда. Столбик с накидом и в следующем элементе столбик с двойным накидом. Далее. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. В эту же точку еще один столбик с двойным накидом. Так, 2 воздушные, двойной накид на крючок. Вяжем подряд 3 столбика с двойным накидом. 1 двойной накид на крючок. 2, двойной накид на крючок, 3. Две воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик, вывязываем 1 столбик с двойным накидом, 2 воздушные, двойной накид на крючок. И в эту же точку столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик с двойным накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок и заходим в третью петлю подъема в конце ряда и вывязываем столбик
с двойным накидом. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда. 4 воздушные петли. Переворачиваем работу. Делаем двойной накид на крючок. Первый столбик не трогаем. Заходим во второй. Вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Двойной накид на крючок. Теперь заходим. Вот смотрите, у нас здесь арочка. Видите? Галочка, арочка. Вот она. Мы заходим в нее и вывязываем из нее столбик с двойным накидом. 1. 4 воздушные петли. Теперь у нас здесь далее 3 столбика с двойным накидом. Нам надо из них связать 5 столбиков с одним накидом. Мы заходим под арочку перед элементом. Вывязываем столбик с накидом 1. Вывязываем 3 столбика, столбик в столбик предыдущего ряда. Вывязываем столбики с одним накидом. И заходим в арочку после элемента и вывязываем 5 столбик с накидом. Вот. Еще раз повторяю. Мы зашли до элемента под арочку, связали столбик с накидом. Столбик, столбик, 3 столбика. И далее после элемента под арочку мы вывязываем еще один столбик с накидом. 4 воздушные петли. Делаем двойной накид на крючок. Вот она сама, эта арочка просится. Мы заходим в нее, вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в элемент из 3 столбиков предыдущего ряда во второй столбик. И вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок. И заходим в следующую арочку. Вот она у нас. Арочка-галочка. Еще раз смотрите. Вот галочка. Мы вывязываем в нее столбик с двойным накидом. Вот так у меня получилось. Он сужается. Далее 4 воздушные петли. И повторяем то же самое, что мы делали в начале. Да? Мы заходим, вот у нас элемент из 3 столбиков с двойным накидом. Мы заходим в арочку перед элементом, вывязываем столбик с одним накидом. Вывязываем далее 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. И 5 столбик мы вывязываем, заходим под арочку после элемента. Мы провязали 5 столбиков с одним накидом. 4 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в арочку, галочку. И вывязываем столбик с двойным накидом. Теперь двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик предыдущего ряда. Вывязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в 4-ю петлю подъема. И вывязываем столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 5-й ряд. Шестой ряд. Начинается 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Делаем двойной накид на крючок. 2 столбика пропускаем. Вот эти, которые у нас были, заходим в 3-й. И вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Вот так. Видите, у меня какой прямой край? Почему? Потому что я вяжу всегда последний столбик в 3-ю или в 4-ю петлю подъема, в зависимости от того, сколько у нас петель подъема. И край получается ровный. Отвлеклись. Столбик с двойным накидом. Да? 4 воздушные петли. Теперь мы вывязываем вот эти 5 столбиков с накидом по рисунку. 5 столбиков с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5. Провязали.
4 воздушные петли, двойной накидный крючок. Теперь у нас где здесь вот соединялись 3 столбика с двойным накидом, нам надо в столбик провязать 3 столбика с двойным накидом. 1 двойной накидный крючок, заходим во второй столбик, 2, делаем двойной накидный крючок, заходим в третий столбик. Мы провязали 3 столбика с двойным накидом, 4 воздушные петли, провязываем по рисунку 5 столбиков с накидом, столбик, 1, 2, 3, 4, 5, да? 4 воздушные петли, двойной накидный крючок. В конце ряда у нас здесь мы заходим в столбик с двойным накидом предыдущего ряда. Один столбик вывязываем, и в четвертую петлю подъема мы вывязываем второй столбик с двойным накидом. Обязательно последний столбик вяжем в петлю подъема. Мы связали 6-й ряд. Вырисовывается рисунок. Теперь начало 7-го ряда. 4 воздушные петли. Переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем. Делаем двойной накид на крючок. Заходим во второй, вывязываем столбик двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. И в этот же столбик, в эту же точку, еще один столбик с двойным накидом. Мы связали элемент, состоящий из 2 столбиков с двойным накидом и 2 воздушные петли между ними. 3 воздушные петли. Теперь из этого элемента, из 5 столбиков, нам надо связать 3 столбика с одним накидом. Мы заходим во второй столбик и вывязываем подряд столбик, 3 столбика с накидом. Первый столбик пропустили, зашли во второй. Правильно? Правильно. 3 воздушные петли. Делаем двойной накид на крючок. И мы уже это вязали во втором ряду. Мы из первого столбика вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Делаем двойной накид на крючок. Вывязываем 3 столбика с двойным накидом. Столбик предыдущего ряда. Провязали 3 столбика с двойным накидом. Да? Вместе вот подряд. 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. И в третий столбик мы провязываем еще один столбик с двойным накидом. Понятно, да, что у нас здесь было 3 столбика. Из первого столбика мы вывязали 2 столбика с двойным накидом, а между ними 2 воздушные петли. Далее, значит, у нас получается 1 столбик с двойным накидом, а из третьего столбика мы вывязываем опять 2 столбика с двойным накидом и 2 воздушные петли между ними. Мы это уже делали во втором ряду. В начале, да, вот оно у нас. У нас здесь мы сейчас вяжем начало этого элемента. Так как узор идет в шахматном порядке, мы с вами в начале ряда у нас идет половинка элемента, а в середине целый элемент. Далее, после того, как мы связали столбик с двойным накидом, мы делаем 3 воздушные петли. Заходим в элемент, где у нас было 5 столбиков с накидом подряд, во второй столбик и вывязываем 3 столбика с двойным накидом. 3. Так. Далее 3 воздушные петли. Двойной накид на крючок.
В конце ряда мы заходим в столбик со двойным накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Из этой же точки мы вывязываем еще один столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок. В третью петлю подъема в конце ряда мы вывязываем еще один столбик с двойным накидом. В конце ряда мы с вами провязали 3 столбика с двойным накидом. В начале у нас было то же самое. 7 ряд связан. Начало 8 ряда. 4 воздушные петли. Переворачиваем работу. Делаем двойной накид на крючок. Первый столбик мы не трогаем. А вот из второго мы вывязываем элемент, состоящий столбик с двойным накидом, 2 воздушные, двойной накид на крючок. И в этот же столбик, в эту же точку, еще один столбик с двойным накидом. Мы связали галочку. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Вот так. Да? Теперь мы заходим в эти 3 столбика с накидом предыдущего ряда и вывязываем 3 столбика с накидом, столбик в столбик. Двойной накид на крючок. Сделали, значит, двойной накид на крючок, зашли в первый столбик, связали столбик с двойным накидом. 1. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим во второй столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в этот же столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в третий столбик. Вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. В эту же точку заходим и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Далее мы заходим в 3 столбика и вывязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 2, 3. Классика жанра, закончилась нитка. Далее мы набираем двойной накид на крючок, заходим в столбик с двойным накидом предыдущего ряда, вывязываем столбик с двойным накидом, 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом, 2 воздушные, двойной накид на крючок. В ту же точку столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок. И в четвертую петлю подъема мы вывязываем столбик с двойным накидом. Мы связали 8 ряд. Начало 9. 4 воздушные петли. Переворачиваем работу. Двойной накид на крючок. Заходим в столбик с двойным накидом предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом, 2 воздушные, двойной накид на крючок и в эту же точку столбик с двойным накидом. Узор несложный. Если вы будете смотреть на схему, которая будет ВКонтакте очень удобно, и включили в YouTube видео, вы не собьетесь. Вы просто включите ВКонтакте, откройте схему и включите видео.
Если очень быстро, то просто поменяйте скорость в настройках. Будем там вязать медленнее. Так, после того, как мы связали эту галочку, видите, в начале 9 ряда у нас галочка на схеме. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. Вы не запутаетесь. Двойной накид на крючок. Теперь у нас здесь 3 столбика с одним накидом, да, был. Теперь нам из них 3 этих столбиков надо связать 3 столбика с двойным накидом. Один столбик связали, двойной накид на крючок провязали, второй столбик с двойным накидом, заходим в третий, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик. Из этого столбика нам надо провязать 2 столбика с двойным накидом и 2 воздушные петли между ними. Мы провязали элемент, похожий на галочку. 2 воздушные. В центральной части мы вывязываем 3 столбика с двойным накидом. Столбик, столбик. 1, 2, 3. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в следующий столбик и вывязываем элемент, состоящий из столбика с двойным накидом, 2 воздушные, и в эту же точку еще один столбик с двойным накидом. Вот так, да? Далее мы заходим то же самое, как здесь. Мы провязываем 3 столбика с двойным накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 1. Двойной накид на крючок. 2. Двойной накид на крючок. 3. Провязали 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим, кстати, у нас здесь вот галочка, да, мы заходим в первый столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок, заходим в эту же точку, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок, заходим во вторую половину элемента, во второй столбик и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. И еще раз двойной накид на крючок. И в четвертую петлю подъема мы вывязываем еще один столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 9 ряд. Края у нас прямые. Рисунок у нас виден. Начало 10 ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим, первый столбик не трогаем. Заходим во второй и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Заходим под арочку и вывязываем еще один столбик с накидом. Значит, один столбик, 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 а второй столбик в арочку, под арочку. Видите? 4 воздушные петли. И теперь мы вяжем 10 ряд как 5. Нам надо вот из этих 5 столбиков собрать 3. Мы в первый заходим посерединке, вот этот третий, и в пятый. Первый, третий, пятый мы провязываем столбиками с двойным накидом. 1. Полностью провязываем. Заходим во второй столбик. 2. Двойной накид на крючок. И в пятый столбик. 3. Мы из 5 сделали 3 столбика. Понятно, да? 4 воздушные петли. Теперь, смотрите, из 3 нам надо провязать 5 столбиков с накидом. Мы
Заходим под арочку до элемента, вывязываем столбик с накидом 1. Теперь заходим столбик в столбик, провязываем 3 столбика с накидом. И пятый столбик нам надо зайти в арочку после элемента. Мы связали 5 столбиков с накидом. 4 воздушные петли, двойной накид на крючок. И здесь та же самая история. Нам надо вот эти 5 столбиков связать 3 столбиками с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок. Заходим вот в элементе галочка во вторую половинку, во второй столбик вывязываем 1 столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок. В третий столбик двойной накид на крючок и в пятый. Понятно, да? Вот здесь и здесь. Мы делали то же самое. В пятом ряду мы их соединяли. Далее 4 воздушные петли. И галочку мы эту пропустили. Да? Заходим в следующую. Вывязываем 1 столбик с накидом в арочку. Второй столбик в столбик. А третий столбик четвертую петлю подъема. Далее, согласно схеме, мы набираем 3 воздушные петли и вяжем 11 ряд. Мы с вами связали узор согласно схеме. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, что у вас хватило терпения. А пока-пока!